Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Рим осенью невероятно хорош. В этом году осень выдалась очень теплая и совсем без дождей. Дневная температура еще поднимается до плюс 28 градусов. А мы уже в 20-х числах октября. Но римская осень прекрасна не только великолепной погодой, но и самым богатым и важным выставочным периодом. Обычно в это время все главные музеи и галереи города представляют выставки одна интереснее другой. Совсем недавно я показывала вам выставку импрессионистов в Палаццо Бонапарте, а сегодня приглашаю вас зайти на выставку Канова, которая проходит в Палаццо Браски. Выставка будет открыта до 15 марта 2020 года. А потом, после выставки, прогуляемся немного по красной дорожке к замку Святого Ангела и по набережной. Вы когда-нибудь замечали на площади Навона вот такие нарисованные окна и двери? Перед нами Палаццо Браски. Сейчас Палаццо Браски у меня за спиной, а перед нами площадь Навона. Через бар проходим в кассу. Дворик музея и небольшая очередь. Так как у меня римская прописка и годовая карта МИГ, я прошла без очереди и бесплатно. Эта выставка посвящена творчеству скульптора Канова в Риме, который на рубеже 18-19 веков был настоящим мастером своего дела и неиссякаемым источником вдохновения. Это вечная красота. Если вы планируете свою поездку в Рим с октября по 15 мая 2020 года, то я вам советую сюда сходить. Замечательная выставка. Здесь собрано 170 работ Антонио Канова. И не только статуи, но и рисунки, эскизы, макеты и некоторые мультимедийные инсталляции. Вот как раз сейчас мы находимся в зале с мультимедийными инсталляциями. Как вы понимаете, в видео я показываю выставку поверхностно. Когда находишься рядом с такой красотой, про все на свете забываешь. Хочется любоваться скульптурами и рассматривать их. Но если кого-то что-то заинтересовало или хотите рассмотреть поближе скульптуры Канова, то напишите мне. У меня вход на выставку бесплатный, и уверена, я еще не раз сюда загляну. Выставка разделена на 13 разделов, где показан рост скульптора, когда он приехал в Рим. Рим для скульптора Канова стал настоящим художественным рогом изобилия, из которого он сумел извлечь лучшее для развития своего мастерства. Его скульптуры находятся в сокровищах капитолийских музеев, музеев Ватикана, в коллекции Форнези в галерее Боргези. Его скульптуры очаровывают и поражают своей тонкостью. Скульптуры для этой выставки были привезены из разных музеев мира. Но самое интересное, что некоторые скульптуры, которые находятся в музеях Рима, так и остались на своем месте. Их на выставку почему-то не привезли. Для меня это загадка. Но все равно выставка получилась великолепная. Вот такой великолепный вид с Палаццо Браски открывается на площадь Навона.
Цена билета выставки Канова стоит 13 евро. Но если вы хотите посмотреть полностью Палаццо Браски с его великолепными картинами, иллюстрирующие жизнь Рима с средневековья по XIX век, то билет будет стоить 19 евро. Палаццо Браски – это один из моих любимых музеев Рима. Выставка скульптора Канова «Вечная красота». А сейчас, мне кажется, очередь в кассу еще длиннее. Так что, друзья, если будете в Риме до 15 марта 2020 года, помните про эту выставку и обязательно сходите. Вид на площадь. А сейчас пойдемте немного погуляем. Сейчас зайдем вот в этот переулок. Справа находится Палаццо Браски, тут же торгуют каштанами, сувенирные лавки, ресторанчики, магазины. А сейчас я уже нахожусь на Виа дель Говерно Веккьо, улице старого правительства. Она находится за Палаццо Браски. Раньше на этой улице находилось здание, где заседала папская администрация. Но когда папская администрация покинула свое старое здание, переехав в новое, эту улицу стали называть улицей старого правительства. А случилось это в 1755 году. Сейчас улица Говерно Веккьо знаменита разными магазинами, в том числе и магазинами с товарами бывших в употреблении, как мы привыкли их называть, БУ. Чуть дальше их покажу. Небольшой магазинчик в доме 15 века, который украшен медальонами с портретами юристов. Это палаццо раньше принадлежало адвокату.
Вот уже и магазинчики с товарами БУ. А это знаменитая джелатерия. Здесь постоянно очередь. Мороженое здесь очень вкусное. Хотела показать вам мороженое, но мне так и не удалось ничего снять, потому что народу было очень много, и пробиться к витрине было невозможно. Сама джелатерия очень маленькая, негде развернуться, и поэтому вся очередь стоит на улице. Можно быстро пробежать по этой улице, рассматривая только витрины. А можно задержаться здесь надолго и порассматривать дома, каждый из которых имеет свою историю. Я уже не раз вам показывала эту улицу. Так складываются мои маршруты, что я частенько пробегаю здесь и всегда поражаюсь этой улице. Вот еще один магазинчик товара, бывшего в употреблении. Посмотрите, все такое необычное, старое. Именно за этими воротами находилось здание старого правительства, а сейчас здесь спят люди без определенного места жительства, а напротив – ресторан, где обедают и ужинают туристы. Вот такой бывает разный Рим. На этой же улице находятся замечательные антикварные магазины, а это хозяин отдыхает в кресле. Сейчас мы уже находимся на Виа дель Банко ди Санто Спирито. Каждую осень в Риме проходит кинофестиваль. По этому случаю некоторые улицы застилают красной дорожкой. Давайте воспользуемся случаем и пройдем по красной дорожке. Ну когда еще такое повторится? А также с этой улицы открывается прекрасный вид на замок Святого Ангела. Изучить Рим во всех подробностях и тонкостях невозможно даже за всю жизнь. А искать достопримечательности здесь не приходится. Вы только посмотрите, они же везде. Из них состоит древний город. Просто приезжайте в исторический центр и бродите, пока не устанете. А осенью погода самая подходящая для длительных пеших прогулок. Я уже на мосту Святого Ангела, а оказывается, и здесь красная дорожка. Thank you.
Давайте еще по набережной прогуляемся. Я после выставки никуда не тороплюсь. Сейчас сделаю круг и вернусь на площадь Навона. А там на автобус и домой. Очень люблю это место на набережной. Здесь можно купить замечательные сувениры в подарок. Музей Наполеона. Вход туда совершенно бесплатный. А я скоро сниму для вас видео там. А я на этом буду прощаться с вами. Наша прогулка подошла к концу. Спасибо, что досмотрели видео до конца. И до новых видео, друзья!